В нашей мастерской нередко такое явление, когда мы создаем что-то на наших картинах, оно вдруг появляется в нашей жизни. Это свойство потока, которое очень часто как раз и реализуется в том, что происходит некое сбытие. Ее можно описать законами синхронистичности, можно об этом немного даже подтянуть квантовую физику в эти свойства. Но вот одно из явлений синхронистичности я как раз хотел бы вам показать вот с этим деревом связанное. Кто был на очных курсах нашего денежного дерева, на одном из первых наших как раз курсов, у нас нередко была подобная композиция с этим деревом. Теперь это дерево в моей жизни, мы приобрели участок, на котором это дерево присутствует. Так получилось. Синхронистичность может быть. И, скорее всего, даже не может быть, а так оно и есть. Явление не только у нас, оно встречается очень часто у наших участников. И тоже это очень красиво, отчасти волшебно и попахивает каким-то чудом. Есть такое свойство, что поделать. Приглашаем познакомиться с этим явлением поближе. Все, что делается с нашим творческим импульсом, с нашим эмоциональным таким творческим входом в какое-то созидание, в процесс созидания даже, оно всегда идет в материи какими-то волнами. И эти волны проявляются как раз в том, что появляется что-то в нашей жизни.